надо родителям собраться в первую очередь, с педагогом, с классом. Там уже решать. Ну, явно не оставлять без внимания. Это к психологу идти надо. Всем классам, наверное. Нужно это ограничивать, чтобы не играли такие игры. Там ведь есть эти возрастные, типа со скольки лет играть можно. Обращаться к психологу и психиатру. И запретить играть в такие игры. Это, скорее всего, в семье как бы это все воспитывается. Изначально это идет, и как бы родители должны обращать на это внимание. Общение с родителями – ключ к решению этой проблемы. Тот же модный сталкер создан по мотивам романа Стругацких, который не лишний перечитать вместе, чтобы увидеть эмоции людей в ситуации, похожей на игровую. Психологи говорят, если дети заигрались и стали всерьез переносить компьютерные правила на реальную жизнь, значит, ситуация, похоже, упущена, и контакт с родителями у таких детей, скорее всего, разрушается. Но никогда не поздно объяснить детям разницу между игрой и реальной жизнью. Сейчас я буду охотником, а ты будешь жертвой. А потом я буду жертвой, а ты будешь охотником. Игра предполагает смену позиций, смену ролей. И когда люди играют в одни ворота, это нарушение правил игры. И это уже не игра, это уже насилие. Речь идет о снятии ответственности. Я как родитель отдал своего ребенка на воспитание того компьютерного, так называемого, гения, который создал эту игру. Который, может, и не прочитал романа «Сталкер». Это вопрос, который возник в пространстве данной школы. Это необходимо обсуждать на родительских собраниях. Это необходимо обсуждать в присутствии детей. Потому что, как бы сказать, естественно, в любом случае, единственное, что, на мой взгляд, нельзя допускать, это насилие, направленное против человека. И это уже не игра.